Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Пока мы вместе с вами двигаемся по вот этим замечательным и красивым местам Таджикистана, вдоль Рамитского ущелья, я хотел бы немного пояснить для вас хронологию данного фильма и подготовить вас к его просмотру. Пожалуй, я не стану сейчас упоминать всевозможные интересные факты, о которых узнал и сам во время своих визитов в этот край. О них вы сможете услышать из первых уст героев далее по сюжету. А эти кадры я снимал из окна автомобиля во время своего второго визита в Таджикистан в сентябре 2022 года. Во время осеннего перегона мы с братьями Латифом и Алихоном в этот день оказались в абсолютно сказочном месте по своей красоте и атмосфере. И часть этого дня я решил поставить в начале фильма, для того, чтобы еще больше подогреть ваш интерес, и чтобы вы вместе со мной смогли окунуться в эту атмосферу и красоту этих мест. Уверен, что вот так оно и будет, когда мы доберемся до места. И вот сейчас на этих кадрах вы можете видеть, как на машине мы преодолеваем речные пороги. Как раз мы сейчас оказались в верховьях реки Сорбо, окрестностях Канаска, у истоков реки Кафернига. По сюжету фильма мы с вами будем двигаться вместе с отарами и во время весеннего перегона, когда чабаны гонят овец с зимних пастбищ к летним, от бестравия в горы. И также уже через 6 месяцев встретим отары во время обратного осеннего перегона к зимним стоянкам. И все это, конечно же, в сопровождении главных героев этого фильма – аборигенных волкодавов. Собак, которые по-настоящему заслужили это название, собак, которые разделяют те же условия, как и овцы во время перегона, невзирая на изменение погодных условий, живут вольно, и их повседневная жизнь – это борьба с хищниками и преодоление всевозможных трудностей и сложностей перегона. Признаюсь честно, до знакомства с этим замечательным краем, с проектом Dakhmarda.ru и братьями Латифом и Алихоном, мои знания о среднеазиатской овчарке ограничивались традиционными для современного общества представлениями о ее внешнем виде, о ее использовании, о так называемых тестовых испытаниях или боях. Но, как я уже сказал выше, предлагаю вам самим внимательно насладиться потрясающими рассказчиками и сделать свои выводы. И вот сейчас вы уже видели, как братья Латиф и Алихон перебрались на тот берег, на место стоянки отары. И вот сейчас как раз наступила моя очередь. Вот он, мой транспорт. Поэтому желаю вам приятного Алихон просмотра. Алихон с Латифом ждут на том берегу с палкой большой, чтобы собак отгонять. А я сейчас на этом осле буду переправляться тоже. Братан, спасибо. Ну, как останавливать его? Вы же боялись только что собак. С ним идет. Короче, эти собаки серьезные уже у нас тут, ребята. Так, меня прикрываем, оператор. Я прикрываю, у меня палка в руках. Из-за сечной суки вот они вот подрались, вот эти два. Друга погрызли. Вот. Гостеприимный чабан нас сейчас обустраивает нам отдых. Собаки вокруг расположились.
Даже бывалый Латиф настороже. Ты видишь, да, как они нас ровно взяли в круг? Сидят по кругу. И внимательно нас смотрят все. Не, ну в принципе, понимаешь, мы тут люди чужие, они нас бдят. Тем более, видишь, кобелей убрали. Видал, да? Которого мы тихо-тихо даже не заметили. Я заметил, они вон там лежали. Нет, вот этого. Так вон они двое лежат. Там. Эти двое лежат, я про вот этого говорю. Который там под берегом был. Он Анин отец, что ли? Нет. Она же Тигрубая. Мы находимся в верховьях реки Сорбо. Это река один из истоков. Один из истоков Кафернигана. Вот там, где мы мост переезжали с тобой, заповедник Рамин, да? Там эти реки сливаются, Сорбо и Сардай-Мийона, которая сверху идет. И образуется река Каферниган. Вот эта знаменитая река, Великая Каферниган. Образуется Каферниган, один из притоков реки Амударья. Вот. Ну, вообще, он в Ахш идет и потом в Амударью. Так что, ты, считай, находишься в верховьях одной из величайших рек Центральной Азии, Амударьи. Так вот можем сказать. Вот. Мы сюда поднялись, высота 2500 метров. Находимся вот в такой долинке. Вот. Ну, сам видишь, место замечательное. Вот ивы, смотри, вот ивам этим, наверное, лет по 200, по 300. И вон, огромнейшие. Туранга, вон здесь разнолистный тополь, береза. А наверху, вот на склонах, арча растет. Вот, вот это основные породы, которые здесь, древесные. Вот мы тут вот под, в тени вот этой туркестанской березы, значит, вот Бетула туркестаника, вот туркестанская береза, мы под ней сидим. Здесь стоянка временная. Сейчас сюда сверху гонят отару. Вот. А этот вот Исламидин пришел заранее, чтобы нас встретить. Вот лагерь вот такой бивачок создал. Собаки пришли вместе с ним. Ну, ты вот сейчас видел, сам мы реку пересекали. Он вынужден был, да, каждый раз сам за нами переходить туда-обратно. Вот поскольку без его управления он даже не уверен был, что собаки на нас нападут, не нападут. Вот смотри, мы перебрались. Он сразу двух наиболее агрессивных кобелей взял, привязал к дереву. Взял на привязь, привязал к дереву. Кстати, очень агрессивный вот этот вот. Да, я боюсь на него смотреть, этот Талгир. Да, это тоже агрессивный. Он в прошлый раз меня чуть не съел, да. Но мы типа, понимаешь, на стоянке сидим. Может, нас не тронут. Ты видел, серьезный какой он, как смотрит, серьезный он? Сука здесь течкует, вот поэтому, видишь, кобели, вот они, тебе так кажется, они подранные. Вот смотри, вот все три кобеля, вот эти матерые взрослые, они все подранные. И одному молодому тоже досталось. Вот. Вот у них уже идут разборки. Вот. Сука в течке находится. И вот эти вот молодые щенки. Вот это ровесники наши, однопометники нашей Ани. Аню ты снимал, маленькую еще, вот когда ты весной приезжал. Она вот сейчас тот такого же роста, но она у нас сейчас в Дангаре. Вот она там фазанарий охраняет. У нее своя функция. Ну, сейчас дрова, видел, рубили. Сейчас костерок разведут, что-нибудь приготовим. Вернее, нам приготовят. Мы с тобой готовить не будем. Вот что-нибудь приготовят, съедим. Чаек попьем, да. На самом деле мы находимся то, что называется Центральный Таджикистан. И вот то место, где мы находимся в старину, это называлось Кухистан. Начиная от Пинджикента, вот, все вот эти хребты Памира-Алайской конгломерации, да, или Гисара-Алай, если так более мелко взять. Вот, вот это Кухистан. Вот мы находимся сейчас в Кухистане. Вон идет отара. Конечно. Отара. И собаки со стоянки подорвались.
вчера зарезал. Вчера камнем убило. Ну, в смысле, ударил камнем, а потом они пришлось их зарезать, потому что... Кто ударил? Лангит. Кто ударил? Камень упал сверху. В это... Сейчас пережарят. Они портятся там? Не вчера же. Ничего. Здесь холодно. Здесь с мясом ничего не будет. Намак назад, мне занесёл, ее не. Намак за тебя. А, уже, уже соль уже сделали уже. Очень вкусно потом получается мясо. Хромает жутко, да? Вернулся, точно туда же лежал. Вот так вот живут собаки, по-настоящему. Уже я гон слагман до гей пеши гусван дода. Эй, да, да я хамаш амди. Хамиджи да? 10 собак все здесь гей. Говорит, там, говорит, много, говорит, атар. Мы, говорит, специально спустили, потому что, говорит, они там всех собак убьют. Кто убьет? Эти? Эти. Да, и будут проблемы. Прям рядом легли, смотри, да? Да. Очень близко подошли к нам собаки. Так приятно видеть все-таки вот собак в естественной природе. Хочется снимать и снимать, не выпуская камеры. Ну да, вот так вот. На самом деле, поэтому вот мы как больные ездим, приезжаем, потому что, в принципе, мы уже все, что нужно было снять, сняли. Понимаешь, то есть ничего нового мы не снимаем уже. Но вот ради того, чтобы вот такого эстетического удовольствия, приезжаешь, потому что снова пережить вот эти вот приятные моменты. Это самое приятное, когда вот овцы, собаки, другая живность, все в естественной среде, все на природе. И ты видел красивые места, уникальные. Вот в этих местах не каждый из таджикистанцев был, честно говоря. Это называется Дарай-Канаск, а? О, где Дарай-Канаск? Его мама, говорят они, что волка взяла. Мать погибла. Погибла, потому что бешенством заболела. Видишь, какой породный. А че? Давай, хурух. А вот вы не боитесь, почему? Потому что здесь перегон, они не будут атаковать. На перегоне собаки не атакуют, в основном. Но тоже то есть, опасность, что атакуют, есть. Вижу, что у него, у этого пса, черчашмого, один глаз нерабочий. У него либо катаракта, либо выбит глаз. Вот такие вот, видишь, с малых ногтей. Котят! На, Киримура. Вот смотри, вот. Вот это вот писарские ягнята. Смотри, какие красавцы. Ну это вот такие элитные кучкары, бараны-производители по 5 лет, где-то 4,5 года. Это вот на пастбищном содержании. Это всего лишь навсего еще весна. Они в два раза больше будут, когда пойдут наверх на летние пастбища. Кисовку, Мара, давай, вот 25 сантиметров. Кисовку. Два, три, четыре. Метр. Нет, метр на метр рояву. Мара, я вот отметил здесь. Где-то, наверное, сантиметров 95, может быть, он есть. Я вот так вот отмерил, сейчас пойдем померим. Сейчас этого отмечу тоже. Вот панди, это панджи. Вот только вот получается черным сола, черным сола. Панджи. Нет, чор сола буч. А. Чор сола меша. Вот, будет 4 года ему. 3,5 года. Это вы по зубам определились? Да. Увидел чужака.
И сразу охраняет. Қан шықшай? Нәме керен ұқи? Ганда әмені? Ма. Ну вот, пожалуйста, это вот настоящие таджикские аборигенные среднеазиатские овчарки. Вот эта вот сука, мать вот этих вот щенков. Щенкам уже где-то... Я курим сола? Два года, по два года им уже. Сарте? Хабио. Вот, сейчас он их будет отпускать. Ба! К собакам лучше не поворачиваться спиной. И отходить надо от них лицом в сторону. Потому что поворот спиной они могут воспринять как трусость. Могут начать движение в твою сторону. И вот смотри, как вот идут овцы. Великолепные собаки. Ты видел, да, сначала, как они по периметру лежали, как бы охраняли, полностью брали под контроль, потому что овцы стояли. А теперь вот они вот лежат и тоже контролируют. То есть ты подойдешь, ты не видишь абсолютно, где находятся собаки. Но они там есть, как говорится. Видишь, вот даже вот сейчас вот контролирует. Вот видишь, вот лежит, как великолепно это все выглядит. И вот это естественная среда обитания настоящих волкодавов. Это собаки, которые на самом деле заслуживают названия волкодав, потому что вот в этих местах они приходится защищать вот такие вот огромные многочисленные стада овец от хищников. И вот, пожалуйста, вот эта сука, он говорит, что очень агрессивная, говорит, поэтому будьте внимательны к ней. Великолепное создание, видишь, черчашмовая такая вот она. У нее голова, сложение, все отлично. Единственное, что она по стандарту не подходит по росту. Но для чабана самое главное, это не рост и не вес собаки. Самое главное, ее преданность отаре. Волкодава, раз, вон второй, обходят сверху. И со всех сторон отары идут они, вот. С того края, с этого края. И сзади замыкают, вон идут зайки, за чабаном тоже. Самостоятельно, да, собака выбирает, как идти? Ну да. Салам алейкум. И вот волкодавый Алабай Саги Дахмарда, Саги Чупуни, Саги Тоджики, название собак по-разному звучит. Смотри, какая голова красивая. Да. Настоящий, смотри. Нога у него травмированная, кстати. Ну, великолепный пес. Мы здесь находимся, здесь вот одно из мест, где пасутся овцы зимой, зимние стоянки. И вот буквально 3 недели назад здесь было все зелено, ну так, более-менее относительно. А сейчас от того, что нету дождя, все выгорело. Ну, вот мы видим такую перспективу. Здесь вот пойма реки Кафирниган. На той стороне это Узбекистан.
И вот обычно здесь в это время еще есть трава, и пасутся овцы, идут здесь постепенно. Но из-за того, что вот нету влаги, посмотрите, полностью вот вымыл, вот дождь, который был, прошел, вот дождь сильный, он полностью вымыл, все, ничего не осталось, и овцы все откочевали, все пошли. Мы видели по дороге, встретили же несколько отар, это уже остатки. В основном все уже двинулись, и уже потому что вот тут, в предгорьях гор, все, это пасутся овцы. Ну и, соответственно, собаки здесь вокруг. Васка Дагама. Как говорил один мой товарищ, говорит, Васка, он тебя больше полюбил. Потому что это что-то еда ему не очень. Видишь, он на нее не реагирует. На хлеб он больше реагирует. Он, вот видишь, сниматься любит. А? Кинозвезда Мишева. Вот такая вот традиция. В смысле, ты приходишь, дом есть специально для Мухана, да? Такая гостевая комната. Прохладно в доме. Конечно, ну это саманы же дом. Угощает нас в каком-то селении хозяин дома. Селение называется Сайот. Раньше называлось Шултугай. Вкусный хлеб, кстати. Долго хранится вот этот хлеб. Убирают его в курпачу, да? Угу. В курпачу убирают и хлеб. В общем-то, не вчера, наверное, даже сделанный. Выглядит абсолютно свежим. Ну вот, а что получается? Мы сидим, кушаем, нас кормят, да? Угу. Хозяин, самого его нету. Ну вот у него было готово блюдо. Да. То есть, да. Да, ждали? Ждали. Вот и нас кормят, сам хозяин ушел, занимается делами. А путники кушают. Ну, это, в принципе, так и положено. Такое вот гостеприимство, обычаи. Обязательно в доме что-нибудь готовое должна быть еда, чтобы, по крайней мере, хлеб, дастархан накрыт, обязательно. Дастархан, говорю, скатерть. Потому что гость, любой человек, который прошел, должен попадать в дом, он должен быть накормлен, напоен, если даже есть такая необходимость, переспать, ночь провести и дальше пойти в дорогу. Так, ну вот, пока мостова кушали, принесли, хозяин принес нам сюзьма, да? Но это не сюзьма. Нет, это чака и джиргот. Угу. Это как вот катык с зеленью. Катык, да? С зеленью, да. Освежающее блюдо. Очень вкусный. 1 мая, Международный день трудящихся, трасса Дангара-Куляб, перегон, идет отара, овцы, ну здесь смешанные овцы, здесь и гисары, и чойдори, в основном гисары, тем не менее, кстати. Отара большая, я бы сказал, огромная, но тут мы поспорили, я предполагаю, что 1500, вот. Латиф предполагает, что 2. И сейчас у чабанов спросим. Вот один из чабанов едет на коне. Скот и машины встречаются на трассах. Но все с пониманием друг к другу относятся. Никто не возмущается. Ну и вон бегут собачки. Вот такой, вот посмотрите. Породнистая собака. Какими движениями, недоверчивая. Но на перегоне обычно собаки не атакуют ни людей, ни собак. Вот. Но как только они встанут, начнутся проблемы. Вот такие серьезные ребята. Здесь основную тяжесть перегона на себе выносят вот эти ослики. Не нападет? Ну вот. Дошел до ребят. Вот им тут песик позирует. Вот так на нас оглянулся. Пожелаем ему счастливого пути. А нет, решил вернуться. Друзья, многие мои подписчики, друзья по социальным сетям видели, что я делился информацией о своей
мини-экспедиции в Таджикистан. И вот сейчас, находясь в этом замечательном крае, в обществе уважаемых братьев Алихона и Латифа, я бы хотел воспользоваться традиционным приветствием, с которого начинаются все видеоматериалы на YouTube-канале Латифа. Ассаламу алейкум, ва рахматуллах ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, любителей собак. Наверняка нас будут смотреть и любители овец гисарской породы. И, конечно же, сегодня наш разговор в основном будет посвящен аборигенной среднеазиатской овчарке. Я правильно все сказал? Да, абсолютно. Алихон, Латиф, я хотел бы прежде всего поблагодарить от души, на самом деле, за гостеприимство, за открытость, за то, что дали возможность насладиться великолепной природой Таджикистана, окунуться в этот удивительный мир, где человек и собака столь близки в своем существовании. Вот. За это вам большое спасибо. Надеюсь, это мой не последний визит в этот край. Да, мы тоже надеемся. Мы всегда рады гостям. Нас, двери наших домов всегда открыты. В принципе, о чем мы тоже в наших роликах постоянно говорим. Да. Это так во всей Центральной Азии. Это не только в Таджикистане. Я понимаю, что уже много вы об этом рассказывали, но хотел бы, чтобы для наших подписчиков было понятно. Расскажите, пожалуйста, откуда у вас такая любовь, во-первых, к этому краю? Да? Я общаюсь с вами за эти несколько дней. Мы говорили и о птицах, и о других животных, о природе, не только Таджикистана, хочу подчеркнуть. Много говорили и о собаках. Что вас связывает вообще со всем этим? Ну, мы тут родились. Ну, это прежде всего. Да, мы тут родились, это наша земля. Здесь жили наши предки, и мы живем, и надеемся, наши дети здесь будут жить. Ну, я, по крайней мере, лично нигде себя, кроме Таджикистана, не вижу, не ощущаю. Ни в одном другом месте я так комфортно себя не чувствую. Я думаю, это нормальное чувство для большинства людей, которые любят свою землю, свою родину, свой дом. Тогда я согласен абсолютно с тем, что мы занимаемся фиксацией того, в каком состоянии находится эта собака в на данном отрезке времени. Да? Вот просто сравнивая с тем, что вот мы видим на старых фотографиях, ну, относительно старых. Если учесть, что у этой собаки несколько тысячелетий, а самые старые фотографии, ну, это которые можно найти, ну, это столетней давности, вот, то понятное дело, что это просто краткий миг. Но, тем не менее, вот мы фиксируем то состояние, сравнивая с теми собаками, которых мы видим на старых фото, мы видим, что никаких изменений, которые можно было бы назвать кардинальными, у тех собак, которые называются аборигенами, мы не замечаем. Вот. И я думаю, это наша фиксация очень важная для того, чтобы в будущем кто-то мог видеть, какая она была и есть настоящая приотарная собака. Думаем, где-то так. Латиф, что-то добавить? Да нечего добавить. Я всегда, когда Алихон говорит, я постараюсь с ней разговаривать, потому что уже все он хорошее скажет из меня. Тогда представьте. Кто это с нами? Это наша Маша. Вот она дочка Зарда из Атары. Удимир Зукарил Мизу Рахимова. Вот только что ушел, это был ее дядя родной, получается. Сио. Переводится как черный. Зард это желтый, а Сио черный. И получается, они были два брата, всю жизнь проходили в Атаре. Вот. Вместе работали, но в конце концов, в общем, Зард выжил Сио из Атары. Его сколько не пытались обратно вернуть, он уже тоже 10 лет, тяжело ему ходить туда-сюда, и вот решили его здесь вот оставить его вот в таких прекрасных местах. Здесь он вместе с Машей бегает, вот иншалла даст еще потомство, которое потом отдадим вот опять чабанам. Угу. А давайте, ну, не скажу переведем, а объясним значение названий на таджикском, да, я так понимаю, звучит Саги Дахмарда, Саги Чупуни, Саги Таджики. Что означают эти? Ну, знаете, во-первых, здесь из-за разницы в таджикском и в русском языке, да, все почему-то думают, что существительное это саги. Угу. На самом деле это не так. Существительное это саг.
Вот. А это уже и к связку идет, понимаете? И саги дагмарда — это не значит собака дагмарда. Это значит собака чабана. Да? Дагмарда — это чабан. То есть это собака чабана. Это, и в данном случае это принадлежность. Вот. Так что само слово саг, вот саг, собака. Дагмарда — это почетное звание чабана, который пасет именно овец. Вот. И не каждый чабан при атаре может называться дагмарда. Это звание еще заслужить надо. Вот. А чупон — это тоже слово, обозначающее пастух. Вот. Так что чупоне — это пастушья собака, то же самое. Ну а тоджики — это название, сложившееся очень поздно. Вот, уже в советское время фактически сложилось. Оно сложилось для того, чтобы отличать наших местных аборигенных собак. В общем, собака не азиат, короче. Не азиат, да. Не азиат, он назывался саги уруси. Русская собака, то есть привезенный русскоязычным населением. Вот. Ну и дворников точно так же называют саги уруси. Вот. То есть это... В общем, это любые собаки, за исключением азиатов и за исключением наших местных борзых. У наших местных борзых свое родное название, называется сагитози. Вот, многие переводят слово от слова тохтан, беговая собака. Это абсолютно неверный перевод. Очень правильный перевод я нашел у Мазовера в его книге «Борзые», где он пишет, что този — это обозначает арабское. Вот, и это стопроцентово правильный перевод. То есть вот таджики называют тозион, называют арабов. Вот, и это вот, потому что в принципе распространение борзой собаки, оно связано с распространением ислама, который разносили арабы. Вот это начал еще Сабаней в своей книге «Легавые и борзые». Ну, кто не читал, настоятельнейшим образом рекомендую. В Таджикистане отгонное животноводство сохранилось в том виде, в котором оно все эти тысячелетия существовало. То есть, когда животные, как Латиф сейчас правильно сказал, двигаются за травой. Они двигаются за травой весной, поднимаются в горы, а осенью, когда холода, начинают покрывать там все снегом, вынуждены сгонять скот вниз, на равнины, в пустыню. Вот. И на каком-то скудном травостое, который внизу сохраняется, дотащить этот скот до весны, чтобы вот так этот круг замкнулся. Вот мы говорили сейчас по дороге, ну, Таджикистан из республик Центральной Азии, наверное, самая маленькая страна, но у меня такое впечатление, что таких длинных перегонов, как в Таджикистане, наверное, больше практически нигде нет. С зимних пастбищ на летние пастбища. У некоторых атар у нас, ну, с севера Таджикистана, если взять, общий круг составляет где-то порядка 1000-1200 километров. Ну вот сегодня мы с тобой вот видели атару. Вот, она должна будет пройти порядка 500 километров, да, получается, да, тоже в одну сторону. То есть тоже та же 1000 километров. Самые маленькие перегоны у нас, которые я знаю, ну, это порядка 70 километров. Такие тоже есть. Но, тем не менее, животные на перегоне не на стойловом содержании, потому что стойловое содержание, оно сразу удорожает продукцию. Это не значит, что в Таджикистане нет стойлового содержания. Оно есть. У нас есть, кто откормом животных занимается, это свой бизнес там. Вот. Но овец выгодно именно содержать на отгоне, и я думаю, оно будет существовать еще достаточно долго, отгонное животноводство. Вот. Ну и пока оно существует, существует эта собака. Я думаю, если отомрет отгонное скотоводство, то эта собака, она исчезнет за ненадобностью. Традиции. Есть у чубанов, и традиции... Наверное, есть и у собак по вот взрослению, приучению. То есть чабан тоже тянется, наверное, за старшими, да, начинает как-то свою деятельность. Ну, правильно, перенимает опыт. Перенимает, да, он, опыт. Потому что дороги изучает, знает, где точно нужно перейти, где можно остановиться, где правильно покормить, воды правильно дать. Потому что не все источники, скажем так, можно употреблять в пищу для овец, не вся трава подходит. Это все строится вокруг овец, в первую очередь, конечно. Потому что собаки вторичны для чабана. Для чабана ни в коем случае он не обращает внимания на собак. То есть он, конечно же, обращает внимание на то, что собаки, они обеспечивают ему защиту от хищника. Но в первую очередь все строится вокруг овец. Это главный доход чабана. Это, во-первых, получить правильно приплод. И потом его сохранить, довести, вернуть его тучным. Потому что вот в сентябре будут спускаться ягнята, им уже будет где-то по 6 месяцев, как раз это уже товарный, они будут иметь товарный вид, и можно будет их продавать. И
для этого они должны выбирать самые лучшие пути. Чабанские династии существуют тоже. Поэтому много раз, и Алихон много раз говорил, что есть чабаны, которые вот династийные, а есть просто, вот как пришел я устроиться слесарем в автомастерскую. Возьмут, возьмут, не возьмут, не возьмут. И качество и овец, и собак у таких чабанов разное. Даже вот династийные чабаны, у них свои, они, может быть, овец не имеют, да, но зато у них есть свои собаки, которые они потом приводят в любую отару. И вот со своими собаками, как говорится, приходят, со своими инструментами приходят. Так. У собак, наверное, точно так же выглядит. Щенки рождаются, важно, чтобы щенки, рожденные в отаре, оставались в ней, также набирались опыта у старших собак. Совершенно верно. Ну, смотри, вот сегодня мы ехали, вот последняя отара, которую мы сейчас видели. Ты видел, верхом впереди отары ехал мальчик. Ну, наверное, лет 10, да, наверное, не старше. Да. Вот ехал мальчик верхом, вот он уже вместе с родителями, там, со старшими братьями, вот он уже занят этим нелегким трудом. Вот. И то же самое, понимаешь, с собаками. На самом деле мы писали даже об этом, что азиат, как собака, он складывается в стаи. Вот. Он рождается в этой стае, он получает опыт в этой стае, он в ней вырастает, и он умирает в этой стае. Вся его жизнь проходит внутри вот этой стаи. И сам чабан лично у нас обучением собаки не занимается. На самом деле мы много раз об этом говорили. Наши собаки, у чабанов знают две команды. Ко мне, и то она не как какие-то слова звучит, а просто ба-ба, подзывка, да, и пошла вон. Вот это две команды. И еще есть одна команда, это когда, ну, типа фас. Нападает, да. Ну, это обычно... Знаешь, такая, ну, прикольная команда, потому что, ну, собака сама знает, когда надо нападать. Вот. Вот это команды, которые чабан у собаки культивирует, да. Больше он не занимается. Лежать, сидеть, барьер, ну, такими вещами чабан не занимается абсолютно. Как Латиф совершенно верно сказал, собака для чабана это инструмент. Это очень важный, но это инструмент. Но и сам чабан, если он хозяин отары или кто-то владелец отары, спрашивает у чабана овец, не спрашивает собак. Он не спрашивает с него ни качества собак, ни как дерутся эти собаки. Это вообще нонсенс какой-то, как дерутся эти собаки, никого не интересует абсолютно. Вот. Сам чабан вот имеет такое поголовье, должен сдать такой приплод. И то есть все направлено на получение дохода. Собака не есть... получение дохода. Собака всего лишь один из инструментов, одна из необходимых деталей для получения этого дохода. И не более того. У чабана мог быть только рваный халат, при этом у него мог быть шикарный конь и хорошая собака. Все. Вечера, мол, азоба, азоба. Алафа, мне стойки, я чихрана? Есть, Алаф, есть. Чахилочи? Есть, они говорят, санджарный. Видишь, нету еды, бедные овцы стали из-за этого, не двигаются. Чем их не оттуда? А когда двинуться? Сейчас, если, говорит, закончится дождь, тогда подвинутся, будут двигаться, а пока нет. Главная сложность перегона – это голод. Угу. Понимаешь, это самое голодное время. Вроде вот только что был окот, пошла трава, овцы стали отъедаться, да, ягнята там. Собаки напоследок отъелись, да, и тут надо трогаться. Вот. И когда они трогаются, то, естественно, никакого питания нет. Пастбище у нас по пути перегона не везде есть. Ну, ты сам сегодня вот видел. Вот. Ну, какие-то были традиционные пастбища, их сегодня уже распахали под земледелие, да. А в других местах, вот, дай бог, приедешь, еще будем в Войнинском районе у нас, там просто, там, это просто камни. Это страна, это вот мы сегодня были страна холмов, а это страна камней. Ты понимаешь, там просто кроме камней ничего нет. А камни есть нельзя. И вот идут голодные овцы, абсолютно голодные овцы, идут голодные собаки, идут голодные чабаны. Ну, чабаны-то в перевернутых сумах, у них еще хлеб есть, да? Ну, они могут еще колобки сделать собакам, но овцам вообще есть нечего. Это очень голодное время. И вот эти щенки идут на вот этот свой перегон в это голодное время, и они должны дойти. Как Латиф правильно сказал, у чабана времени нет. А по дороге и камнепады бывают, и дождь идет, и сель может спуститься, это грязевой такой поток. То есть здесь очень много факторов, которые не позволяют чабану отвлекаться на собак, на щенков, на это. Мы
проводили такое свое, ну, исследование, оно, может, далеко от научного, но, тем не менее, я думаю, цифры более-менее верные, что в первый год отход щенков составляет порядка 70%. То есть всего 30% собак переступают через порог одного года, однолетия, да? А до 5-6 лет доживают совсем немного, 10 лет, как Сио или у брат Зар, да, это редкий случай. Ну и уж совсем редкие случаи, это собаки более 10 лет. Такие случаи есть. Я не говорю, что их нет, есть очень старые собаки. Вот мы видели, 16-летнюю видел суку на перегоне. Вот Латиф сегодня сказал, 18-летняя сука еще щенка принесла, да? Но это настолько исключительные случаи, что это абсолютно не показательный. Показательный случай, это... который подтверждает правила. Да, показатель – это средний возраст матерых кобелей, вожаков стай, да? Это где-то 3-4, ну, 5 лет. Вот это матерые вожаки стай при отарах. Вот все сложности перегона, это, ну, понимаешь, на самом деле перегон что такое? Это вот идешь, дождь идет, ты идешь, идет град, ты идешь, да? Ну, как мы видели, да? И жара невыносимая, а ты идешь. Потому что ты должен пройти эти 30 километров в день, ты должен пройти. Потому что ты должен догнать овец до пастбища живыми. Потому что чем дольше ты идешь, тем голоднее у тебя овцы. Да. А когда дошел? Когда ты дойдешь, вот начинается период такой, ну, скажем так, золотой век, да, золотой век чебана, потому что травостой высокий, вот сравним его с этим, среди которого мы с тобой сидим. Ну, там тоже есть свои сложности. Ну, тоже. Да, естественно, там свои сложности, но, понимаешь, все-таки там, ты там уже выпасаешь, собаки, да, отара ходит, но она ходит не спеша, она кормится, собаки ходят не спеша. Кроме того, там много сурка, у нас это массовый вид наверху, красный сурок, его еще длиннохвосты называют. Собаки активнейшим образом на него охотятся, вот, имеют достаточное белковое питание, собаки очень прилично отъедаются. И мы проводили тоже такое негласное исследование, это с Игорем Семеновым, с Андреем Коржом, с Валерой Легаем, вот покойный друг наш, когда мы взвешивали собак перед перегоном весенним и по возвращении осени. Вот. И бывало у нас, что разница в весе одной и той же собаки составляла 15 до 20 килограмм. То есть мы сами не поверили. Значит, собака есть... весила 36 кило, вернулась 56 килограмм. Да. Угу. На кого еще охотятся? Чем еще питаются на собаки? На все. Собаки охотятся на все. Найдут гнездо кеклика, яйца съедят. Птенцов найдут, задавят, съедят. Поймают улара, задавят, съедят. Мышей выкопают, съедят. Они съедят. Кузнечики есть в большом количестве саранча, съедят. Они едят все. Все, что они могут. Черепах я видел. Черепах разгрызают и едят. Но молодых и разгрызать не надо. Вот то, что ты сегодня видел черепашку, это уже такую, которую надо погрызть. Вот. А маленькие черепашата до 3 лет, 4 лет, просто они мягкие, да, они просто их разжевывают и глотают, едят. Вот. Ящерицы, змеи, все что угодно. Там это кабаны, для них не проблема. Не, ну как, кабаны проблема. Кабаны проблема, потому что на них надо охотиться. У нас было видео на Ютубе нашем, мы его сняли, к сожалению. Вот. И там было видно, как собаки стаей охотятся на кабана, как они его там давят. Вот. Кабаны в ответ порят собак, и это тоже один из факторов, да, один из факторов гибели молодых собак. Вот, такое тоже случается, и нередко. Нередко. Ну, кабана у нас в горах много. То есть собаки возвращаются сверху, отъевшиеся. Чебан у нас там, а что там, тоже у него есть несколько молочных коз. Прекрасное питание, свежий воздух. Чебан, конечно, там тяжелая работа, но она не такая тяжелая, как на перегоне. Свой стресс, потому что... Ну, вот как рассказывал вчера Юг, да, то, что если повадится медведь умный, он заприметит слабину в собаках и почувствует, что они не могут ему противостоять, он будет приходить и по одной овце забирать каждую ночь. И вот, говорит, у нас там чебан, говорит, 47 овец не досчитался, где овцы, не знает. Специально выставили, посмотрели, приходит медведь. Тут вокруг стоят отары, где хорошие собаки. Медведь пару раз суется, видит, что ему дают отпор, он даже не задумывается, зачем ему нужно связываться с собаками, которые бдят все время. Он ищет слабину, то есть самое слабое звено, он так вот проверяет, нашел, и потом он за этой отарой шел через перевалы, он за ней прям шел, вот, буквально собирал урожай свой.
Ты знаешь, сюда приезжал замечательный человек, к сожалению, покойный уже, большой любитель Центральной Азии, вот такой большой знаток природы, большой знаток собак, Горелов Юрий Константинович. Вот, несколько раз довелось мне с ним общаться в разных местах, и вот он здесь был у нас в гостях. Мы ездили с ним по отарам, чабаны прям просто от него восторгались. Он прям вот так на земле лежал с собаками, там их осматривал. Вот. И он тогда констатировал, что на самом деле главным противником для собак в Таджикистане является вовсе не волк. Главным противником для собак в Таджикистане это является медведь, поскольку медведя много, плотность большая. Вот, и нападает на отары достаточно часто. И он говорил, что именно с этим связана относительно большая численность собак при отарах в Таджикистане по сравнению с другими регионами. Потому что у нас 5, 6, 7 собак – это не редкость при отаре. Вот. И Юрий Константинович это как раз связывал с тем, что чтобы противостоять медведю, нужно больше собак иметь. Я еще один случай скажу. У нас есть наш друг большой Ходжи Хазрат. Он в Дангаринском районе живет. Были у него замечательные собаки. Я как-то к нему приехал, говорю, Ходжи Хазрат, дадите собаку. Он говорит, ну знаешь, говорит, я вот тебе сегодня дам собаку, вот, а завтра придет медведь, и у меня будут убытки наравне с машиной. Вот как будто я машину потерял. Ну ты подумай, говорит, как я тебе ее отдам. Вот. Но потом он нам все-таки подарил одного щенка. Этот щенок у нас сейчас живет в Пинжикенте, тоже сука, там двор охраняет. Это вот тайганиха Хунза, а это вот Аня, она из горной мочи нам ее дали. Вот здесь она. Все. Вот это. Сейчас я тебе дам кусочек. Тайган Стой. Тоже щенок? Нет, тайганиха взрослая. Не, ей уже 3-4 года. Тайганиха это вот киргизская борзая. Охотится на сурков, на волка, на лису. Привет. Ладно, возвращаясь к взаимоотношениям чабан и собака. Вот наблюдая разные ситуации за эти дни, встречали отары в движении, встречали отары отдыхающие. Это надо понимать, разные ситуации, и собаки себя в них ведут по-разному. Я наблюдал такую картину, что чабаны в принципе не управляют собаками. Собаки сами знают, в какой ситуации им как себя вести, сами контролируют. Особенно мне вот понравилось, и в Facebook выкладывали тоже, бэкстейдж снимал Латиф, что я снимаю движущуюся отару, следом сзади движущихся собак, которые постоянно оглядываются, постоянно контролируют, как бы меня выдавливают, останавливают и объясняют, что не надо там за нами ходить. С другой стороны, как бы для себя пытаясь понять, есть опасность, нет опасности. Латиф неоднократно же вот в наших роликах говорит, да, что когда собаки идут за отарой, да, они не атакуют. Ну, да. На самом деле они не атакуют, потому что это вбито чабаном еще с щенячьего возраста. Понимаешь, если даже щенок пытается во время перегона кого-то атаковать, его наказывают за это, потому что в это время они идут по чужим территориям. Они идут, переходят чужую территорию. Да, и сами собаки, как повзрослев, они это, видимо, отчетливо чувствуют, что они идут по чужой территории. Но как только отара останавливается, она становится, вот эта территория тут же берется под охрану этими собаками вокруг этой отары. Вот, и поведение резко меняется. То есть, если буквально 100 метров, вот это только что за ними шел, отара шла, и они на тебя не обращали внимания, отара остановилась, стала, и подойти к этой отаре становится уже опасно. Вот. Ну, а то, что выдавливают тебя, естественно, собаки недоверчиво относятся к всему посылу. Ты сегодня видел, да, вот мы снимали, собака остановилась, мы снимаем, а стая потом вернулась. Да. Стая потом вернулась, разобраться, что там происходит на самом деле. Потому что отара уже ушла вперед, но раз собака там с нами имеет какие-то проблемы, то есть остальные вернулись, скорее всего, ее поддержать. Ну, это командная работа, да? Да, да, конечно. Вот. Ну, но чабан, как ты правильно сказал, он специально собакой не управляет. Ну, то, что мы об этом уже говорили, понимаешь, это не бордер-колли. Мне очень нравится работа бордер-колли. Ты знаешь, когда пастух стоит, управляет свистом только собакой, собака делает невероятные вещи. Вот. Наша собака этого никогда не сделает. Вот. Я думаю, этому даже научить ей невозможно. У нее темперамент другой абсолютно. Вот.
У наших собак, у них взрывной темперамент, они способны выложиться на каком-то достаточно коротком отрезке времени с очень высокой скоростью, либо с очень большой динамикой отработать. Вот. Но она не может работать так все время, это не ее стиль. Ты же видишь, вот она лежит, мы пришли, с ее лежит и даже вставать не хочет, жара, да? То есть при любой возможности собака лежит и отдыхает. Я помню, что это и уважаемая Иванова Татьяна Михайловна неоднократно в своих вот трудах отмечала, что при любой возможности азиат ложится, потому что это собака с самым максимально экономичным расходом энергии. Но при этом взрывается, как мы тоже видели, да. С места, да, да, да. Любым вот. Аллюром. Так что, а чабан, ну, ему некогда управлять собакой, ты понимаешь, да? Мы же говорим, у чабана очень много дел. Вот, и ему надо овцами заниматься. Как говорил еще один наш друг, Мансур Тануков, тоже, к сожалению, покойный. Вот. Он такой, да, морда был известный, мы к нему много гостей возили. Вот. Он говорил, слушай, ну послушай, говорит, вот если я сплю, и собака моя тоже спит, зачем мне нужна такая собака? Если вот я ночью проснулся, вышел, у меня под порогом спит собака, я эту собаку тут же уничтожаю, а мне не нужна. То есть собака должна работать, на самом деле, круглосуточно. Собака должна делать, облегчить мою работу и нести за меня охрану. Вот. Ну, это управление собакой больше получается, что это отбор собак в течение тысячелетий, понимаешь, да? И те собаки, которые не соответствуют определенным критериям, они элиминируются, ну, давайте скажем, прямую, уничтожаются, да, эти собаки уничтожаются. Вот, это не сюси-пуси, не пуси-муси, понимаешь, да? Это жизнь, и она очень жесткая жизнь. Чабану нужна рабочая собака с определенным набором качеств. Как только она выпивается из этого набора качеств, она от нее избавляется. Можно? А, это собакам 2 года вот только исполнилось. Молодые, они, получается, что братья родные. Они из района Рудаки. Вот идут они в этот, в Арху. Ну, это где-то примерно километров 250, да, получается, расстояние. Отдыхают, пока вот овцы поднялись наверх. Тут еще много собак. Чанта сагдуры? 5 собак у них. Это вот 2 здесь, а остальные там вместе с овцами наверху. И еще отправили, какую-то партию отправили туда наверх, туда, на пастбище, где они там будут. Вот такие вот. Говорит, что чабан доволен. Говорит, что и волка, от волка защищает, и медведь. Там наверху медведя много. Сугор пугор накопа. Отсюда дойдут, будем дальше не кормим, только они вот будут охотиться на сурка. Да, 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 зубы хотели посмотреть. Хотел зуб посмотреть, да, он не решается зубы открыть. Потому что ну, в зубы собакам здесь не принято лезть. Паму-паму. Мы выходим чай? Мамацаи. Хантаза. А там, куда они идут, там высота где-то, да, где-то высота 4000. Вот здесь мы находимся в верховьях реки Каферниган. Это ущелье Арху называется. Вода все время голубая. Даже несмотря на осадки, на то, что идет дождь, вода всегда голубая. И вот именно оттуда отары двигаются сюда. То есть получается, что зоны с пустынной зоны, вот в эту горную зону, то потом этим азиатам приходится приходить сюда и вот по вот этим камням, вот этим острым, двигаться. То есть абсолютно разные условия, а собака все та же, одна и та же. Азиат, среднеазиатская овчарка, которая на самом деле ценится за ее рабочие качества в первую очередь и выносливость. Ну и теперь возвращаясь к отношениям в стае. Внутри одной стаи точно так же вот хочется обсудить, как они себя ведут. Как, наверняка же отары пересекаются, разные в этих отарах встречаются как бы чужие собаки абсолютно. Происходят ли у них стычки? Ну, на самом деле, я тебе что скажу. Структура
азиатной стаи, да, вот азиатов при отаре, она ничем от структуры волчьей стаи не отличается. Да, да. В принципе, собаки, их не зря вот называют примитивными, да, примитивно это не значит, что они какие-то простые, да, и все это. То есть они наиболее близкие к природе. Я, честно говоря, не знаю других таких пород, которые были бы настолько близки к волку, как азиаты. Даже, говорят, вот эти волкообразные собаки, типа северных собак и все, думаю, нет. Ну, я, честно говоря, жизнь упряжных собак плохо знаю, хотя вот по описаниям тоже что-то близко к этому. Вот. То есть, они пытаются, на самом деле, волк, это животное, которое пытается максимально избегать травм. На что направлены все ритуалы? Да, на избежание травм. Азиаты тоже максимально пытаются избегать травм. То есть, если есть возможность столкновения избежать, они стараются его избежать. Вот. Ну, действительно, вот останавливаются. Мы в одном из наших интервью печатных, мы подробно описывали там несколько состояний соприкосновения стай. Видео, у нас много таких видео, и Латив снимал очень много, и Андрей Корж до этого снимал. Когда вот встречаются две стаи, и вот между ними какое-то пространство. Более того, они даже бывают, что кто-то из молодых лезет вперед, и вожаки своих кусают, наказывают, заставляют, да, вернуться. Заставляют вернуться, чтобы они не ввязывались раньше в вожака в какие-то разборы. Вот. Это, понимаешь, вот я же говорю, многое вещь у... скажем так, в западной кинологии, скажем, да, так, я не знаю, как это назвать, ну, далекой от татарной жизни, они, к сожалению, основаны на тех легендах, которые мы же им и рассказали. Понимаешь, вот мы, я имею в виду, вот мы, люди вот из Азии, да, мы, ну, знаешь, мы же сказочники, мы-то еще одну ночь создали. Вот, мы любим рассказывать сказки. И вот мы рассказывали сказки, и как-то, ты знаешь, эти сказки оказались более живучими, чем правда на самом деле. Мы начали рассказывать сказки про бои, мы начали рассказывать сказки, что вот чабаны пришли, им заняться нечем, они отдыхают, вот они решили развлечься. Чабан никогда не отдыхает, у него нету на это времени, на это самая главная сказка, которая только существует где-либо, что чабан осенью, вернувшись с пастбища, отдыхает. Он вернулся с летнего пастбища, но он же пошел на зимнее. А там работа еще более сложная, потому что вот ты у Латифа на видео можешь посмотреть, дай бог сам приедешь, увидишь. Подготовка вот места, где овцы будут ночевать, это место Човура называется. Да? Ее надо еще сплести. Это, так, ладно, сплести ограду надо, да, ее из камыша плетут. Так это она специально готовится, это не просто ты загнал на эту, да, площадку, да, да, овец. Она, и когда ты утром оттуда выгнал овец, ты должен, один помет из чабанов остается и приводит это все в порядок. Он должен высушить этот помет, который остался, все это перелопатить, опять разровнять, подготовить овцам нормальную, комфортную ночевку. Когда чабану заниматься боями? И еще один момент. Понимаешь, в основном волк – это зимний хищник. Он нападает в основном на зимних пастбищах. На летних пастбищах, как мы сказали, это медведь, но на зимних пастбищах это волк. Вот. И зачем я сейчас, значит, устрою себе здесь праздник в виде боев собаки, да? А завтра придут волки, а у меня весь скот перережут, потому что собаки у меня будут растерзаны, изранены, они не могут выполнять свою работу. Зачем мне это надо? Заниматься собачьими боями было некогда. А потом вот когда, видимо, во времена более сытые, когда стало меньше скотоводства, не знаю, с чем это связано, это пошло из городов. Боями собачьими занимались города. Ашхабад, Душанбе, Ташкент, Кабул. Понимаешь, да, возьмем. Боями занимались города. Никакие кишлаки не занимались боями. Вот. И это городское развлечение. Это абсолютнейшее городское развлечение. Да, в этих боях участвовали собаки первоначально, которых забирали из отар. Ну, а потом стали уже это как-то культивировать более усиленно. Вот. Ну, к чабанской работе, к аборигенной работе это не имеет никакого отношения. Да, в общем-то, за эти дни я тоже этим проникся. И вот мы хоть и говорим о том, что чабаны не очень сильно-то принимают участие там в заботе о собаке, не руководят собакой, не управляют, но при этом, вот сколько мы ездили, я видел общение Латифа с чабанами, ваши рассказы слушая, вижу, что тем не менее чабаны уважают эту собаку. Конечно.
Чубаны ее уважают, рассказывают друг другу, пересказывают какие-то истории, делятся опытом. Ну, смотри, мы же сказали, это инструмент, да? Но лошадь для него тоже инструмент. Ну да. Вот. Его осел тоже для него это инструмент. И собака, естественно, он гордится, когда у него хорошие инструменты, понимаешь, да? Которые позволяют делать эту работу. Естественно, чабан заинтересован в том, чтобы его собака полностью соответствовала необходимым требованиям. Вот. И если у него плохая собака, о чем гордиться-то? Вот. А когда собака хорошая, почему об этом и не рассказать? Вот. И чабаны очень ценят своих собак. Купить взрослую собаку, рабочую, у чабанов, да? Ну, ты знаешь, такого чабана, если кто-то узнает, что чабан продал взрослую собаку, его не уважают. Это уже не дама орда точно, по определению, да? Ну, еще можно как-то купить щенков, уговорить, договориться. Но я тебе честно скажу, они лучше тебе подарят. Они лучше тебе подарят, чем заслужить прозвище Сакфуруш, да, то есть продавец собак. Ну, сейчас есть вот такие тенденции, тем не менее, ну, времена меняются, да, там, у людей, может, не так хорошо с деньгами. Кто-то что-то продает, но массово, как массовое явление, нет. Чабаны, ну, могут отдать собаку, то, что Латиф вот только что говорил, они могут отдать собаку просто так. Ну, вот нам же дарят. Вот, да. Вот у нас, Машка. У нас же не одна собака. То есть Маша у нас, Сио у нас, да, Аню ты сегодня видел, да, вот маленькая сука у нас. У нас вот еще одна собака в Пинджикенте. Люся. Да? Люся. Это все даренные собаки, Аня. Понимаешь, да? Ни одной из этих собак мы не покупали. Вот, вот это вот классика. А, Алькон? Да. Смотри, вот какая голова у него. Он заслуженный боец фронта по борьбе с хищником. Всю свою жизнь проходил в Атара. И вот сейчас находится на заслуженном отдыхе, отпуске. Да. Пенсия у него. Вот здесь в институте проживает. Ему лет 10, наверное. А, Сью. Покажи зубки. Вот. А. Вот смотри, какие зубы у него. Видишь, вот здесь вот с этой стороны зубов нету. Смотри, какая башка у него. Глаза нет. Ну, глаз у него в прошлом году выбили. Ма. Не хочет, не нравится ему. Видишь, сразу начинает. Ма. Сио. Ма. Сио. Вот такой вот пес. Ну, вот видите, какие великолепные места. Мы уже приехали. Это вот Рагунское водохранилище, которое наполняется. Вот там строится дамба. Это один из тоже резервуаров каскада водохранилищ Навахши, гидроэлектростанция. Вот самый большой каскад. Дальше внизу уже Нурек, Санктуда. И здесь вот это все уйдет под воду когда-то. Вот здесь будет заполнение, вот эта вот кромка здесь будет заполняться. Но мы видим, что именно сюда приходят отары промежуточные. Мы видим вот там, вот видите, вот отару мы проезжали, как раз снимали, да? Она, отара идет из Алмасы, Гисар. То есть это почти на границе тоже с Узбекистаном получается, да? То есть в сторону Сурхандаринской области, если так смотреть. И вот здесь мы, получается, отъехали уже порядка где-то 100 километров от Душанбе. А оттуда до Душанбе тоже километров 50-60, считай 160 километров, это еще промежуток. А идут они в Гарм. И вот все это они идут по складкам местности. Ну, то есть видно, да, то есть горы, это же не прямая дорога, они по трассе не идут в основном, они идут по складкам местности. И получается, что это смело можно, это расстояние умножать на 2. Для того, чтобы проходить такие расстояния, обязательно собаки должны иметь выдающееся здоровье. Ну, вот такие вот благодатные места, в отличие от того, что мы видели на зимних стоянках, где полностью все выгорело. Здесь весна только в разгаре, только-только вот начинает трава подниматься. Вот. И все еще мы видим, вегетация есть, но не такая, какая должна была быть, но в последние дни шли дожди, и все будет хорошо, иншалла, вот они дойдут. Ну, красиво, да? Ну, вот он, знаменитый рузанский скот.
Сейчас будем снимать вблизи. Так это эти собаки же из этой отары. Нет, больше нету. Куда больше? 10 голов собак. Это очень большая стая. Смотри, какие овцы шикарные. Смотри, как они отъелись. Вот ты весной видел. И посмотри, в каком шикарном состоянии скот. В шикарном состоянии. Сколько бывает овец в отаре? До какого количества? До 5000 овец, до 5000 овец бывает отары. Ну, средняя отара это 1500. Ты знаешь, до 5000 это у нас на самом деле это эксклюзивные отары усиления Гузн на севере Таджикистана. Вот, и жители этого селения вывели вот такую свою породу на базе своего местного скота, который у них был, и на базе с прилитием крови гисарских баранов. Вот, подбирались лучшие бараны. Вот, и делался упор при этом на рыжий цвет. Была создана вот такая порода уже фактически. Вот, сейчас институт животноводства будет готовить документы на закрепление вот этого утверждения вот этого типа овец. И снова сразу в тень, да, голову? Да, сразу головы попрячут в тень, вот, под друг друга, потому что овцы не любят, когда солнце печет голову, а шляпы нет. Сейчас посмотрим, как себя собаки поведут. Ну вот я тут хотел вернуться еще к одному моменту, ты знаешь. Мы сами помогали многим людям приобретать собак из Таджикистана, вот аборигенных собак, туда, к вам, в Россию, в Украину, в Италию, в США. Вот. И по большей части эти собаки, я так и не понял, а зачем они были нужны людям? Какие задачи они ставили перед этими собаками, которые не могли делать собаки заводского разведения? Я так этого и не увидел. И вот единственное, знаешь, трижды было у меня, как говорится, это вот действительно приятные вещи. Это когда двух щенков забрали, это где-то вот под Москвой, потом парень на нас выходил опять, позже несколько лет спустя, он брал двух щенков, вот, у него была маленькая отарка. Вот они у него реально работали на охране этой отары. Наш друг есть Александр Владимирович, у него Саша в Адыгее, у него тоже собаки из Таджикистана, и у него и овцы из Таджикистана, знаешь, вот у него такой антураж. И овцы, и собаки из Таджикистана, где собаки делают свою работу. И вот собак, которых забирали на США, в Вайоминг, что для меня очень приятно, для нас, что эти собаки именно брались для работы в отаре, и они делают свою отарную работу. Уже вот несколько поколений этих собак там сменилось. Вот, и эти собаки продолжают находиться. И гибнут, в большом количестве гибнут, в столкновениях с волками, природные факторы, в столкновениях с медведями. Они там гибнут, но они там работают. Они не исчезли за это время, они доказали свою востребованность, заказали свое умение работать в этих условиях. Вот, вот это я понимаю. А когда люди вот просто берут, просто потому что вот вывеска абориген, ну, я где-то, мне, может, самому бы импонировало, да, вот, я понимаю, что, но и все-таки я не понимаю о концовке. А зачем? Собака сложная. Для домашнего содержания это сложная собака. Вот, эта собака непростая. Держать ее в квартире, это вообще нонсенс. Вот. Но если у тебя большой участок, ну, собака хотя бы, чтобы чем-то была занята. Охраной занимается. Есть тоже ребята, вот мы отвозили собак, наши таджикистанцы, которые хотят свою таджикскую собаку там иметь. Ну, как один из видов ностальгии. Вот. Ну, у них хотя бы там условия позволяют, она во дворе где-то живет. Но все равно создаются какие-то сложности, потому что, во-первых, там не стая, да? Там собака по большей части, то есть она индивидуально находится. Потом все-таки нету большой загруженности, нет объема работы. Собака усиленно кормится, что тоже не есть хорошо. Что спрашиваешь? Вязался он или нет? А вязались те два, потому что ему не дали. Не разрешили ему. Старший. Старший разрешил? Старший приказал. Слава Аллаху, наша собака не соответствует стандарту нынешнему РКФ. Ни, абсолютно никак не соответствует. Но она соответствует описанию мазовера.
который застал собак, какими они есть, и описал породу. Он не застал собак, какими они есть, они и сейчас такие. Да, но имеется в виду, что они сейчас собаки такие. Он их описывал такими, и стандарт выписал по ним. А теперь... Понимаешь, ну для меня странно, да, что у мазовера вот рост кобелей 62 сантиметра. Да, это был стандартный рост. Сегодня 62 сантиметра, если ты суку приведешь на выставку в России, тебе скажут, что она маленькая, что она мелкая. Ну, получается вопрос, вот нынешний стандарт РКФ, а почему так изменилась собака? Это значит, вы изменили собаку, но значит, это не стандарт. Понимаешь, вот мы имеем стандарт, да, вот у нас тут прокрустово ложе, да, вот. Что делал прокруст, когда у кого-то ноги отрубал, выступали из этого, он их отрубал. А у нас получается, да, что мы это ложе растягиваем под более длинные ноги. Ну, так же невозможно. Ноги-то могут расти дальше, и мы будем растягивать и растягивать и растягивать. До каких пределов? И в чем смысл? В чем смысл укрупнения собаки, которая вообще непонятно чем занимается? Вот. Ты знаешь, на самом деле у нас, мы не создавали свой таджикский стандарт. Вот туркмены создали свой туркменский стандарт. А он что, во многом списан с того же мазоверского и РКФ там стандарта. В чем смысл? Какие-то детали в нем менять, да, какие-то мелочи. Вот, у вас обложка зеленого или черного цвета. Но это же не имеет никакого принципиального значения. Да? Я вообще считаю, Латиф об этом все время в наших видео говорит. Это не национальная порода. Это она у нас здесь называется саги-тоджики, как я сказал, чтобы отличить ее от неместных собак, да. Но она в Казахстане, казах-ит называется, и вполне заслуженно, да. Она называется, да, в Узбекистане, там, ну, бурибасар, это, я думаю, выдуманное название в конечном итоге. Называется. Да, чопон-ит называется, да. Но порода-то одна. И в Афганистане тоже самое. Да, и в Афганистане то же самое. Порода, мы когда имеем, говорим о заводских породах, да, и аборигенные породы, это абсолютно разные вещи. И понимаешь, что заводская порода, она должна в студбук быть записана, да? Вот создаются родословные книги, где записываются, где мы смотрим происхождение, мы смотрим прочее, прочее. Аборигенная популяция, она не является такой замкнутой, как заводская порода, да, например? В идеале заводская порода должна быть замкнута. Аборигенная популяция, ты хочешь или не хочешь, на нее оказывают воздействие и другие собаки. В большом количестве, конечно, и борзые оказывали воздействие на азиата, и... В большей степени азиаты оказывали воздействие на борзых, поскольку борзая приходила с Ближнего Востока достаточно голенькая, а здесь в голом виде не особо проживешь. Вот. И, естественно, вот за счет смешения с этими собаками появляется оброслость. Вот ты видел сегодня тайгана киргизского, вот которого тоже нам подарили. Вот он у нас живет, и ты видел, да, насколько это оброслая собака. Вот по сравнению, скажем, с грейхаундом. Вот. Вот это влияние аборигенных пород. Вот. То же самое, видимо, происходило. Дай бог, вот ты будешь у нас на Восточном Памире, мы тебя повезем. Там у киргизов совершенно другие собаки. А вообще другие собаки при отарах. Никакого отношения они не имеют к среднеазиатской овчарке. Это отдельная, совершенно уникальная собака, о которой, к сожалению, очень и очень мало известно. И абсолютно она не изучена. Я думаю, она еще там... Может, кто-то займется. Мы снимали, мы делали, да, но... Я думаю, этого недостаточно. Хорошо бы кому-то заняться этим серьезно. Вот если бы киргизы хотели, вот у них своя реально, вот это на территории Таджикистана, но это киргизская национальная порода, да, наравне с тайганом. Почему бы не заняться, вот, не потешить свою национальную гордость и не показать всему миру, что нашим народом создана вот такая собака, которая живет в жесточайших условиях. Условия на Восточном Памире по своей жестокости, я думаю, они и тундру превзойдут. Минус 60 градусов на промозглом ветре на высоте 4200 метров, и люди пасут овец, и эти собаки находятся при этих овцах круглый год. Вот там, там нет такого отгона, как здесь, да, внизу, там овцы ходят по кругу. Но все время высота одна и та же, условия жесткие всегда одни и те же. Там не бывает ни одного месяца, когда не бывает отрицательных температур на Восточном Памире. И эта собака все это там выдерживает и несет свою работу при отаре. Первые пловцы перешли. Ой, маленькие уплывают. Там мелкая вода, я не знаю. Yeah.
И должен тебе сказать, что вот в селении Гузен таких отар вот, порядка 70. То есть очень большое поголовье, очень большое. Причем отары вот гузенские, они на самом деле, они сами по себе очень большие. То есть, знаешь, ну так, если в других местах там 1500 овец, это считается тяжелая отара, то вот в этой, ну, наверное, порядка 3000 овец. Вот, есть до 5000 овец гузенский скот. Ни одно другое селение, ни один другой район не имеет таких отар и не имеет опыта управления такими отарами. Это особое искусство. Вот, и оно тоже не каждому дано. 5000 овец при том же количестве чабанов, что и при отаре в 500 голов, знаешь, это дорогого стоит. Вот. Но они умеют это. Они это умеют, а основные отары у нас от 500 до 1500, как сказал правильно Латиф, 1000 голов. 2000 голов у нас отара уже, говорят, моли вазбин. То есть это уже считается тяжелая отара, да, то есть уже трудная отара. Да. Ну, поэтому среднее поголовье мы всегда расчет берем, когда мы с Латифом там пытаемся количество собак посчитать, все, от поголовья скота, мы считаем среднюю отару в 1000 голов. И на 1000 голов овец мы считаем где-то порядка 5 собак. Вот можно так примерно посчитать количество собак в Таджикистане. Так, ну вот и все, отара прошла. Малина, вошь обоим, рафтинг! Собаки пойдут где-то через час, ждать не будем. Вот так вот выглядит переправа. Сейчас вот эти опки вот вышло впереди тоже воду и пойдут вот в это ущелье. Это вот канадский колонн, а вон они пойдут канадский майда, дальше пойдут в сторону горной мочи, через Рамит в сторону горной мочи. Там опустятся в Каджанскую, в Садишскую область. Это где-то 25 числа они будут, получается, в горной моче, а потом дальше уже спустятся вниз. Вот, дорога еще не окончена, это только середина. Вот завез меня Латиф. Такие великолепные горные места. Ни души здесь нету, наверное. Запах трав, ветерок. Какое спокойствие, а, Латиф? Прям сесть и сидеть до вечера, да? Вот съемки, где мы сидели с чабанами, обедали. Это вот там. Это вот за этой стеной. За этим. Там еще 200 метров. Вот там. Интересно. И вот они выйдут вот здесь. Вот здесь выйдут, вот там пойдут дальше. Вот. А которые идут в сторону юга, вот отсюда. Вот отсюда. Ну, которых мы встретили по дороге, они вот здесь как раз и шли.